Мария Порошина уже скоро выйдет из декретного отпуска. Артистка, ставшая мамой в пятый раз в начале января, готовится к возвращению на сцену. Полноценно отдохнуть и восстановиться после родов у актрисы не получится. Ей нужно обеспечивать большую семью. Старшая дочка Марии Игоши Куценко, Полина, обеспечивает себя самостоятельно. А вот зарабатывать на нужды трех маленьких дочек и долгожданного сына Порошиной приходится самой. В скором времени, 23 февраля, актриса выйдет на работу. Она сыграет в антрепризном спектакле, сообщает КП, в марте у нее также запланированы выступления. Дети Марии растут под пристальным надзором бабушки и нескольких нянек. У Порошиной целый штат помощниц. Пока актриса будет на работе, одна из них будет заботиться о совсем еще маленьком сыне актрисы, имя которого, кстати, пока неизвестно. Заранее Мария не решила, как назвать мальчика. А когда он родился, артистка не смогла сразу найти подходящий вариант. «Мы пока не определились в этом вопросе, не понимаем пока, как назвать малыша», — поделилась Сими Дейс. Ру Порошина. «Может, от того, что нас в семье много, каждый предлагает свой вариант». В итоге, вопрос с именем для сына подвис. Есть 3-4 мужских варианта, которые нам нравятся больше всего, но окончательно мы пока не определились.